Здравствуйте. Хотел бы показать результат колировки спустя год, когда я прищепил на обычную алычу мелкую, прищепил вот южную какую-то сортовую. Вот смотрите, какая она большая, какая по сравнению с ней обычная. Вот. Это совсем маленькая веточка. Щепил я его принципом в расщеп. Вот место щепления. Сейчас покажу вам, где я на основном стволе под кору, как я ее щепил. И вот уже на первый год вот такие плоды. Вот здесь, как мы видим, на основном стволе я щепил под кору. И она полностью пошла в рост. Здесь нету плодов, но она очень высоко пошла. А это сделано в этом году. Еще маленькая. Тоже под кору. Ну, весной я сниму видео, как я колерую все это дело, как под кору, так и в расщеп. Поэтому ждите новых видео.